Девчонки, всем привет, добро пожаловать на мой канал, с вами Карина. Сегодня я хотела бы поговорить с вами про волосы. Да, тема волос всегда популярна на YouTube среди девчонок, среди, будь то это блогеры, либо просто обычные девочки, которые интересуются волосами, которые отращивают, ухаживают за волосами. Ну, в общем, эта тема никогда не закончится, мне кажется. Наверное, сейчас могли уже заметить то, что я подстриглась, я состригла, наверное, сантиметров 5 или 6. И почему я это сделала? Вы... Также, наверное, в течение, вот если вы смотрите меня давно уже, вы знали, что у меня были очень белые волосы, потом я стала их тонировать в серый, то есть в какой-то платиново-серый. В общем, дотонировалась, называется, докрасилась, то есть они у меня обломались вот здесь вот возле лица, да, передние пряди. То есть они у меня стали, ну, примерно вот такие, даже... по брови, наверное, потом, ну, они как бы выросли. В какой-то один прекрасный день я помыла волосы и начала сушить их. Все, то есть, как обычно я делала, и я смотрю, у меня верхняя часть, то есть, вот эта вот верхняя часть, она просто у меня отломилась полностью. Я была в шоке, даже не то, что в шоке, я была просто, я не знаю, у меня слов не было, у меня были слезы на глазах, и я сама понимала, что я докрасилась, я... видимо, кератин делала еще, то, что в салоне, может быть, мне высокой температурой все это делали. И я практически каждый день я использую утюжок для волос, то есть фен, утюжок. Ну, в общем, вы понимаете, что с волосами у меня приключилась просто огромнейшая беда. Что делать? Срезать, конечно же. Я опять... перехожу к своему более-менее такому натуральному цвету, то есть я их затемняю немного, то есть сейчас вы видите, то есть они у меня не очень белые уже. Мне попытались кое-как выровнять, то есть сделать как будто бы лесенкой, чтобы это смотрелось все более-менее, ну как будто бы это стрижка, потому что ничего с ними просто сделать нельзя. И таким образом, да, конечно, мне приходится и придется их просто-напросто отращивать, либо подстригаться, я не знаю, под мальчика, да, под короткую стрижку делать. Короткую стрижку, конечно же, я не хочу, и я их собираюсь отращивать, и вы знаете, мне пришла огромнейшая коробка на тестирование. Здесь полностью у меня линейка для волос, включая витамины, усилители витаминов и шампуни, маски и так далее. Сейчас я вам все это расскажу. И продолжайте смотреть, я буду это все тестировать, то есть я уже начала кое-что тестировать, кое-что еще нет. Продолжайте смотреть, давайте я вам буду все, ну, более-менее, да, подробно рассказывать, даже не то, что по составу, а по принципу, да, работы. Сначала покажу, какую огромную коробку мне прислали. Это... вы знаете, мне кажется, это с Америки, я не помню, если честно, откуда эта компания, наверное, скорее всего, Америка. Это прислали мне с Нидерландов, ну, в общем, бренд Hairfinity, ссылочки на все-все-все я оставлю в инфобоксе под видео, и также название, все правильно, я все напишу, как что называется, так что в инфобоксе вы обязательно все это найдете. Итак, вот такая огромная коробка, розовая, красивая. Многие знаменитости уже в Инстаграм прорекламировали эту марку Hairfinity. Очень-очень большая пиар-компания у них, получается, идет сейчас в интернете. Ну, не сейчас, а вообще, в принципе, уже достаточно долгое время. А ссылочку на их Инстаграм, на их сайт тоже я оставлю в инфобоксе под видео. И я, кстати, да, я слежу также за ними в Инстаграм. Просто обалденные результаты. Я смотрю девчонок, потому что девчонки выставляют результаты до и после применение, да, вот этого всего. Результаты, кстати, вот впечатляют, если честно. Я надеюсь, что у меня тоже это все получится, и потому что я планирую вам снимать вот сейчас, да, видео, потом через месяц и еще через месяц, то есть я буду отчитываться перед вами и перед собой, и что, и будем просто смотреть вместе с вами на результаты, стоит оно того или не стоит. Сразу скажу, продукты, сама продукция, она не дешевая, но, вы знаете, мне кажется, ее хватит на долго-долго времени, поэтому, в принципе, можно ради такого классного качества, можно, да, заплатить, кстати. Итак, что у меня здесь такое? То есть вся линейка у меня здесь рассчитана на от шампуня до масла, да, то есть до конечного результата, здесь также витамины и усилитель коллагена. Итак, давайте по порядку. Кстати, Ким Кардашьян тоже
рекламировала. А давайте по порядку. Сразу вам хочу сказать то, что продукция не содержит силиконов, парабенов, натуральное. Здесь, по-моему, что-то до 98% натуральный состав. Я себе сделала пометок очень много, потому что такое огромное количество информации просто про каждый продукт, и это очень интересно. У каждого продукта где-то вот 74% натуральных ингредиентов, где-то 98%, то есть отличается немножечко. Содержится, кстати, вода в каждом продукте, расслабляющие ароматы морской соли, гибискуса, эфирные масла содержатся, то есть везде. Что еще здесь? Нет. Нет сульфатов, силиконов, парабенов, фталатов, минеральных масел и нефти. То есть это, вы знаете, да, то, что когда продукция, когда косметика не содержит силиконов, парабенов и так далее, то есть нефти, продуктов нефтепереработки, то это, конечно же, не дает вам мгновенный результат, это работает на время. То есть нужно время, чтобы волосы у вас привыкли, чтобы они, можно сказать, ожили, и со временем как бы волосы начнут себя, конечно же, лучше чувствовать и будут, я не знаю, скажут вам просто спасибо. Шампунь, огромная бутылка, здесь произведено, кстати, в США, но вообще из Нидерландов компания, я так поняла. Здесь 355 миллилитров, есть удобный, очень удобный дозатор. Я уже, кстати, начала всем пользоваться. За исключением вот витаминов, про которые я вам далее расскажу, очень нежное очищение дает, то есть бережное очищение, но очищает настолько хорошо, что волосы, вы знаете, начинают как будто бы скрипеть потом, и после этого, конечно же, нам необходимо использовать кондиционер. Шампунь имеет очень приятный запах, и здесь, как обещают, да, что до 82%, что сокращаются... сокращается обламывание волос. То есть для меня это очень важно, потому что вы видите, у меня волосы обломались. То есть если смотреть это, какие они у меня сейчас, то есть видно, да, то что длина у меня вот действительно обломалась. Если здесь длина еще нормальная была, то здесь прям такой шапочкой все сломалось. В данной марке, в данной продукции содержится комплекс. Вот я сейчас смотрю название Капилсана комплекс. То есть представляет какую-то биоактивный гидролизованный коллаген и МСМ для того, чтобы волосы, получается, как бы оживали, да, и также содержится хвощ. Хвощ – это растение, которое содержит очень много витаминов и тоже способствует укреплению волос. После шампуня я использую кондиционер для волос. Кондиционер, он таким же размером, как и шампунь, то есть большой. Он уже более густой, конечно же, имеет тоже приятный запах, просто потрясающе пахнет. Мне вот это вот очень нравится. И сами вообще, знаете, сам дизайн бутылок тоже классный. А это уже сбалансированный увлажняющий кондиционер. Кстати, этот кондиционер, он имеет такой же, в принципе, состав, вернее, здесь нет ни сульфатов, ни парабенов, ничего абсолютно, предотвращает потерю волос до 87%, и, конечно же, питает и увлажняет наши волосы. После применения данного кондиционера я чувствую, что волосы намного легче расчесываются, они более такие, знаете, как будто бы более эластичные, что ли, становятся. В общем, классный результат от этого кондиционера, мне очень понравилось. Еще как можно использовать кондиционер? Можно его использовать в виде маски. То есть маска у меня тоже есть, я вам про нее далее расскажу. Но чтобы не покупать, например, и маску, и кондиционер, можно купить что-то одно, потому что этот кондиционер можно оставить также на 10-15 минут. Можно просто походить так, можно поверх для усиления эффекта можно обмотать каким-нибудь пленкой, да, например, пищевой, и оставить. То есть будет у вас как
маска. Потом просто это все смываем и в обычном режиме, то есть сушим волосы, укладываем. Укрепляющая маска с аминокислотами. А здесь тоже достаточно большой объем, 240 мл. Маска белого цвета, и она, знаете, она сделана как крем-суфле, наверное, вот такая консистенция. А требуется ее очень маленькое количество, и она вот буквально, вы знаете, вот сантиметр я беру и распределяю по всей длине, то есть не от корней, а по всей длине волос, и тоже оставляю на сколько, на минут 10-15, ну, то есть я бывает даже не 15 минут, я даже поменьше могу подержать, и потом просто смываю. Опять же, можно для усиления эффекта обмотать пленкой, можно, я этого не делаю, потому что, ну, как, не знаю, мне некогда, как обычно. Маски такие показатели, что прекращается ломкость волос до 90%. Мне кажется, это, ну, достаточно такое громкое заявление, но я, в общем, посмотрю, как все это будет происходить с моими волосами. Но я надеюсь, что, по крайней мере, хуже маска мне ничего не сделает. В данной маске содержится восстанавливающая формула, которая, получается, как бы укрепляет волос и сглаживает его, то есть получается, как запаковывает, сглаживает саму кутикулу волоса, то есть предотвращает пористость волос. Когда у нас волосы сухие, то они получаются такими более пористыми, и получается, они начинают как бы завиваться немного, пушиться, то есть, ну, вы понимаете, да, когда сухие волосы, какие проблемы они нам доставляют. Когда я использую эту маску, у меня после того, как я ее смываю, у меня такое ощущение, что волосы немного труднее расчесываются, нежели после кондиционера. Поэтому после этой маски я наношу обычно, то есть я ее не использую каждый день, но после маски я наношу несмываемый кондиционер. Он называется восстанавливающий несмываемый кондиционер, тоже фирмы Hairfinity. Вообще вот это вот супер вещь. Здесь есть дозатор такой, знаете, он как брызгалка, но разбрызгивает не спреем, а именно разбрызгивает такой как полукрем, полужидкость. Не знаю, как это сказать, но в общем можно разбрызгать на волосы, можно, я обычно в ладошку себе набрызгиваю, потом уже распределяю по волосам и расчесываю, прочесываю либо пальцами, чтобы распределить это все, либо расческой с большими зубьями. Вы знаете, я ненавидела кондиционеры, которые не смываемые, потому что они мне утяжеляли волосы, они делали их какими-то более, не знаю, жирными, что ли. У меня хотелось, было такое ощущение всегда, что я хотела помыть. Этот же нет, я в него влюбилась, и у меня прям такое ощущение складывается, то, что волосы, они наоборот, как будто более легкими, что ли, становятся и гладкими, что самое важное, что они становятся гладкими. То есть сейчас я, опять же, наносила, я использовала маску и наносила этот кондиционер. Вообще безупречный, я влюбилась, я считаю, что это самый-самый лучший, который я когда-либо пробовала. Здесь содержатся антиоксиданты, которые защищают окрашенные волосы. То есть для меня это сейчас тоже важно, потому что я все-таки стала волосы красить, то есть и мне нужно, чтобы краска просто не вымывалась с моих белых волос. Можно использовать ежедневно, можно использовать как на влажные волосы, чтобы придать им такую как бы увлажненность, да, можно использовать непосредственно перед сушкой фена, феном, чтобы волосы, таким образом получается у нас еще и защита волос от перегрева. Следующий не менее интересный продукт из данной линейки — это Hairfinity ботаническое питательное масло. Это масло идет у нас уже в стеклянной бутылочке, все как положено для масел, потому что масла должны быть в стеклянных бутылках. Коробочка, и здесь, кстати, написан весь состав. Состав просто потрясающий. Здесь такое огромное количество натуральных масел. Здесь чего только нет, я не буду их все перечислять. В общем, девчонки, если вы знаете, если вы любите натуральные масла для волос, какие бы они ни были, они здесь все есть. Я просто читала, их здесь огромное количество. И, кстати, здесь еще содержится также и коллаген. Здесь получается такая вот стеклянная бутылочка, как я вам уже сказала. И есть, откручивается, и здесь пипетка. То есть мы можем наносить, использовать это масло в трех...
как бы три применения, да, у этого масла. Первое, мы когда помыли волосы, мы можем распределить, вот как я использую, да, я высушила волосы, выпрямила, высушила, все у меня в порядке, и если я вижу, что у меня все-таки какие-то кончики торчат в разные стороны, то я беру капельку этого масла, то есть я пипеткой выдавливаю ровно каплю. Если один раз я переборщила, я взяла, не знаю, капли 3, наверное, вообще 1-3 капли можно использовать. Я взяла капли 3, и у меня волосы просто настолько зажирнились, это было нереально, я пошла заново мыть волосы. Ну, в общем, одной капли хватит полностью, чтобы нанести на все кончики. Если где-то что-то торчит по длине, то можно нанести вот именно по длине на кончики. Ни в коем случае на чистые волосы не наносите на корни волос, потому что так как здесь содержится просто масла, они вам все, конечно же, замасленят. В общем, в этом нет. Второй способ, как можно использовать перед, то есть на кончике мы можем ежедневно, в принципе, использовать это масло. Второй способ, мы можем раз в неделю, например, да, то есть мы распределяем пряди, то есть перекидываем, делаем проборы и наносим именно по капелькам, капельку на один пробор, капельку на другой пробор, именно на кожу головы, именно на голову, да, на саму голову, и получается мы делаем такой массаж скальпа. Получается, что это масло, оно проникает глубоко в кожу и начинает питать, да, и восстанавливать саму структуру волос и кожу, питать кожу головы. Третий способ применения этого масла можно нанести перед тем, как вы пойдете мыть голову. Наносим это масло, опять же, на кожу головы, на корни, по всей длине, то есть как хотите. Тоже небольшое количество, конечно, потому что его надо будет потом смывать. А мы массируем. Запаковываем пищевой пленкой, либо пакет какой-то, либо шапочку одеваете и держим 10-15 минут. Если вы не хотите ничем это все покрывать голову, то есть вы не будете создавать дополнительное тепло, то вам придется подождать минут 30, чтобы был такой более хороший эффект. После этого мы идем мыть голову и промываем, конечно же, на несколько раз, чтобы вымыть все это масло, которое у нас остается. Девчонки, сейчас я вам хочу показать, у меня здесь 3 упаковки витаминов, то есть тоже фирма Hairfinity, это добавка, да, получается, как БАД. Здесь по 60 капсул в каждой упаковке, у меня это рассчитано на 3 месяца, то есть одна упаковка 60 капсул на месяц. Ровно на 30 дней, принимать нужно по 2 капсулы в день. Что это за витамины? Витамины для усиления роста волос. Я еще не начинала, то есть у меня вот 2 упаковки запакованы, прям, то есть я их на попозже оставлю, а одну упаковку я открыла и решила все-таки начать с того момента, как я вот сниму это видео, как я вам все это расскажу, и как раз я начну принимать вот эти витамины. То есть сейчас после видео я выпью 2 капсулы. Капсулы, они, ну, не очень большие, в принципе, проглотить, мне кажется, не составит труда. Так что буду тестировать их, и через 30 дней я вам покажу результат, расскажу, насколько у меня отросли волосы, либо не отросли. То есть посмотрим, да, все, как это будет. Здесь перечислен состав. Давайте я вам по составу, я вам сейчас прям прочитаю информацию, чтобы самой уже ничего вам не приврать. Итак, здесь тоже у нас все натуральное, более-менее, да, насколько я вижу. Содержится коллаген, который укрепляет наши волосы, укрепляет наши пряди. МСМ, что это? Органическое богатое серое соединение, которое способствует жизнеспособности волоса. То есть я знаю, что отдельно МСМ тоже принимают как добавки, и они продаются, кстати, вот на iHerb. Так, дальше. Содержится в этих витаминах хвощ и силикагель. Я не знаю, что такое силикагель, но хвощ, я вам уже говорила, это растение. Силикагель, я не знаю, наверное, это тоже какое-то растение, я так понимаю. Известны своими способностями к усилению и укреплению волос. Далее, другие ключевые элементы, которые здесь вот все перечислены. То есть это у нас получается как такая добавка для роста волос, которая
которые витамины мы должны вообще в принципе принимать как бы вместе с пищей, да? Если мы не принимаем достаточное количество каких-то витаминов, то мы должны восполнять этот запас, чтобы у нас волосы, получается, росли. То есть все зависит от нас. А что здесь содержится еще? Биотин, который способствует росту уже существующих волос, который вырабатывает кератин. А для увеличения, для чего это? Для увеличения эластичности волос. Далее содержатся витамины А и D, которые обеспечивают антиоксидантную защиту для здоровых волос и также для здоровья кожи головы. Здесь также содержится ниацин, который способствует кровообращению кожи головы. Для чего нам кровообращение? Для чего нужно делать массаж головы, чтобы кровь поступала, и таким образом волосы тоже как бы начинают расти от этого. А дальше пантотеновая кислота усиливает и питает волосяные фолликулы. А витамин В12, кстати, витамин В12, я знаю, многие тоже принимают, способствует циркуляции кислорода, для кислорода на коже головы и фолликул. Пахнут? Знаете, чем пахнут? Пахнут каким-то, как будто бы мультивитамины. Да, ну пахнут, то есть обычными витаминами. Очень приятно, кстати. Я почему-то думала, что они будут вонять, но нет. Далее. Итак, сегодня я начинаю, через 30 дней я вам отчитаюсь, да, что и как. Далее, последнее, что у меня в этой коробке было, это тоже Hairfinity. А здесь 30 капсул усилитель коллагена. Это тоже как добавки, да, получается здесь, по-моему, здесь по капсуле в день рассчитано 2 блистера вот таких вот. У них есть вообще несколько усилителей, либо антиоксиданты, либо, я не знаю, там что-то еще, я не помню, по-моему, 3 или 4 вида. Вот именно дополнительных вот таких вот усилителей, да. Но я взяла для поврежденных волос, да. Получается, что мне нужно их восстанавливать, поэтому я взяла коллаген себе. Итак, что интересное делает коллаген? Коллаген защищает от старения, в данном случае волос, и также от окружающей среды. В общем, коллаген содержит, конечно, у нас влагу. А влагу нам нужно поддерживать не только в теле, но и так из тела получается и к волосам, потому что волосы здоровы, когда они увлажнены. Но данный коллаген я буду использовать, когда я закончу первую упаковку витаминов, то есть через 30 дней, я начну вторую упаковку витаминов, и я начну к ней, я добавлю вот этот коллаген. Так что да, будем смотреть. Ну и потом на третий месяц у меня останется еще одна упаковка. Девочки, я не знаю, если я использую вот это вот все, и если у меня волосы не вырастут и не восстановятся, то я буду очень разочарована. Но я все-таки надеюсь, что все у меня получится, и мои волосы в итоге вырастут. И да, я больше их мучить так сильно не буду, как я их мучила уже сколько лет. Девчонки, чуть не забыла сказать вам то, что всю эту косметику вы можете, в принципе, заказать в любую страну. У них, я вот смотрела сегодня буквально, у них просто доставка есть в любую страну, даже в Россию. Так что, если вам это интересно, то посмотрите их сайт. И, кстати, можно выбрать любой язык. На русском тоже все это возможно почитать. Если вам понравилось это видео, было оно для вас полезным и информативным, то обязательно ставьте мне пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а мы увидимся с вами в следующем видео. Всем пока-пока и до новых встреч, а я пошла пить витаминки.